Один день и десятки коллекционных цацок. У Гомелі прошла выстава лялек. Свои работы на ней представили больше, как 20 мастаков и рамесников из разных кутков Беларуси. Яны створают авторские цацки из разных материалов – аксамиту, плюшу, фету, фланели и футра. Шиют коллекционные ляльки у одином экземпляры и уручную, тому каждая фигурка является уникальной. Пригожие хлопчики и девчонки, медведи и зайцы с тканины стали так популярны, что их коллекционирование перетворилось у модное и дорогое захопление. Такие цацки лечатся соправдными предметами мастерства. Такая выставка у нас в Гомеле впервые. Благодаря Танюше нашей, она решила организовать такую теплую встречу, чтобы не только мастера могли тут встретиться, но еще наш родной город познакомиться с такими нашими работами, которые ездят по всему свету, по выставкам и за границей, и в России в основном. И очень жаль, что вот в Гомеле мы редко выставляемся. Я очень рада, что все откликнулись. Во-первых, нас поддержали минские девочки, которые принимают участие в таких выставках, как «Hello, Daddy» – это Москва, «Искусство куклы» – Москва. То есть выставки достаточно сильные, и очень приятно, что они к нам приехали. Еще наш гомельский мастер очень сильный, который, возможно, не всем известен, это Тамара Богданова. Ее куклы занесены в книгу «Самые прекрасные куклы мира».